XX, с вами Бельвикс. XX, с вами Бельвикс. Всем привет! И сегодня я снимаю не одна, а с моей лучшей подругой Кристиной. И что мы сегодня будем снимать? Мы будем снимать видео про... Про что-то. И у нас есть две коробочки с этими конфетками и такая вот упаковка. Мы будем сегодня пробовать вот эту коробку. Их здесь достаточно много. Ну, давайте открывать. И первое, с чего мы начнем, это либо тутти-фрутти, либо вонючие носки. Вкусненько. Страшно жуть. Да, мне страшно. Я ждала их, наверное, месяца три. Ну что, давай, раз, два, три. Тутти-фрутти. Дай пять. Первая удача. Классно. Следующие конфетки это либо лайм, либо что-то связанное с травой. По-моему, лужайка или газон. Хорошо. Стой! Мне страшно. Оп. Я не знаю, что это. На вкус как трава. Прикольно. А трава ничего так. А мне нравится. Есть что-то в этом, да? Я ожидала их похлеще. Вот, сейчас мы будем пробовать либо влажные салфетки для детей, либо кокос. Вот, смотри, тут их аж 5, что ли. Ладно. Давай. Пальцы убери этот. Противные. А никогда в жизни не думала, что я буду кушать салфетки. На во рту вкус хлорки какой-то. Нахимичили. Ну, а следующий у нас по очереди мы будем пробовать либо смазанным маслом попкорн, либо гнилое яйцо. Протухшее. Птиц. Ладно, нормально. Сойдет. Гнилое яйцо. Серьезно? Подложили только плохие, исключительно. Или это попкорн? Сейчас от меня вонь будет за километр. Боже. Ты тоже давай. Вот, а теперь давай либо собачий корм, либо шоколадный пудинг. Давай. Если тебя попадется не то, я сочувствую. У меня корм вкусно. Ха-ха-ха-ха-ха. О боже. Очень вкусно. Вкуснее не бывает. Пробуйте. У моего пса корм вкуснее. Знаешь почему? Он просто дороже. Ха-ха-ха-ха-ха. Сейчас мы будем либо сопли, либо груша. Блин, здесь очень много. Я больше переизбирать не буду. А давай, где поменьше черненьких. Вот это. Что ты это говоришь? Это груша. А у тебя? Угу. Дай пять. Сейчас мы будем либо рвоту, либо персик. Мне кажется, персик будет вкусно. Это кажется то самое, что надо. Тервот. Тервот. Как
кажется, да. А мне персик. Персик очень вкусный. Ешь давай. Без точек она выбрала. Печенье так вкусное. На воды. Да, паста или голубика? Ну это вообще просто проще. Да, мне тоже кажется. У меня паста. У меня голубика. Она вкусная. Вдохни на меня. У тебя голубика. Угу. Рвота вкусная. Сопельки. Вкус просто обалденный. Ты сопли тоже, да? Ты до сих пор не съела? Нет. Мухлюет? Нет, я смотрю на твою реакцию и думаю, есть или нет. Давай теперь вот зелень, прикольно. Или лав. Опять меня не видел. Че, трава? Да. 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 Надо рвотой будет заесть. Отсюда. Ладно. Цуефа. Какое еще сочетание. Сейчас тарелка пуста. Мне понравились конфеты, а тебе? Сойдет. Некоторые из них были очень даже вкусные, а некоторые... К сожалению, нам вообще попадались почти плохие. Мало таких хороших, прям вкусных. Да. Не было попкорна, по-моему, что хотелось попробовать. Ну, возможно, может, там, в этой коробке, в пустой. Или вот в этом пакетике. Будет вторая часть, то есть продолжение Бинбузл Челленджа. Вот, так что ждите на канале. А на этом наше видео подошло к концу. Ставь лайк, если тебе понравилось это видео. Наш челлендж. Между прочим, это первый челлендж на моем канале. Аплодисменты. Спасибо. Спасибо. Вот, поэтому подписывайся на канал, ставь лайк под этим видео и пиши комментарий, как тебе оно и как тебе наш первый челлендж. И be cool and crazy! Пока-пока!